Фонд «Саби» принял активное участие в борьбе с пандемией коронавируса. С самых первых дней объявления режима ЧС фонд организовал благотворительную акцию по сбору средств на закуп экспресс-тестов для определения коронавирусной инфекции. Благодаря учредителям фонда и присоединившимся к акции казахстанским компаниям и частным лицам, в кратчайшие сроки было собрано 402 миллиона тенге. На эти деньги было куплено 100 тысяч экспресс и 40 тысяч ПЦР-тестов для проведения бесплатного тестирования населения. Также сооснователь фонда «Саби» Кинес Ракишев передал 445 миллионов тенге в общественный фонд «Бергемес» для оказания социальной поддержки казахстанцам в период пандемии. Фонд «Саби» для медучреждений Алматы закупил аппараты ИВЛ на сумму 10,5 миллионов тенге, а также 7 кислородных концентраторов на сумму около 3 миллионов тенге. Врачам Атырауской области были переданы маски, защитные очки, комбинезоны, перчатки, защитные экраны стоимостью более 49 миллионов тенге. Больницы Атырауской области получили 10 аппаратов ИВЛ на сумму 91 миллион 780 тысяч тенге и 43 кислородных концентратора на сумму 13 миллионов 350 тысяч тенге. Для медучреждений Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей были переданы 115 232 упаковки лекарственных средств на сумму 58 миллионов 780 тысяч тенге. Общее число пациентов, которым была оказана помощь, составило почти 6 тысяч человек. Медработникам медицинского университета Семей оказана помощь в виде одежды, аксессуаров и контактных линз на сумму, превышающую 11 миллионов тенге. В медучреждения Алматы и области фондом «Саби» передано 500 тысяч медицинских масок и 50 канистр ДЭС-средств на общую сумму более 27 миллионов тенге. В качестве поддержки и благодарности женщинам-врачам инфекционных больниц Алматы фонд передал 53 комплекта брендовой косметики. «Саби» профинансировал открытие в Алматы мобильной лаборатории для тестирования на коронавирус в размере около 10 миллионов тенге. Фонд «Саби» оказал финансовую поддержку в размере 5 миллионов 100 тысяч тенге двум казахстанским благотворительным фондам «Шугыла» и «Росима Фудбанк» для погашения административных расходов и фонда оплаты труда на 3 месяца. Эта передышка позволила организациям устоять в период коронакризиса и продолжить свою социальную работу. Детям из нуждающихся семей Наурызбайского района Алматы подарены 65 планшетов Samsung стоимостью 5 миллионов 135 тысяч тенге, чтобы обеспечить школьникам возможность онлайн-обучения. На настоящий момент сумма затраченных фондом «Саби» средств на оказание помощи в период пандемии коронавируса составила 1 миллиард 131 миллион 956 тысяч 33 тенге. Қаласындар достар, сіздермен бірге мен Ерсе және достар, осы видеоны қазір бәріміз бірге тыңдап, өте маңызды информацияны біліп жүрулеріңізді сұраймын. Қазір ешкімге қиын болып жатқан жоқ, өте қиын заманнан өтіп жатыр, сол себептен тек қана бірге болып біз бұл проблемалардың бәрін шеше аламыз. Осы күнге дейін көмектесіп келе жатқан благотворительный фонд «Саби», мен де оларға өз көмегім ретінде осы видеоны сіздермен бөліспекшімін. Сол себепті достар, осы видеоны распространяться етуіме көмектесіп, просто лайк басып кетсеңдер болды. Ал енді видеоны